Карамба ТВ представляет. Здорово. Короче, сейчас я буду ехать без рук. Ну мы ведь знаем, куда все это ведет, да? Что давайте без лишнего пиздежа. Так начали. Вот моя рука. Вот мой байк. Очень опасный склон. Но я не ссу. Ебать, там камера триллион раз прокрутилась. Самое крутое в этом видео после самого падения эта фраза «Но я не сцу». «Но я не сцу». Блять, он занимается какой-то абсолютно непонятной и бесполезной хуетой, но говорит об этом с такой важной интонацией, как будто он космонавт. Очень опасный склон. Но я не сцу. Если бы он в натуре не сцал, он бы не издал этот испуганный звук. Блять, ну камера реально триллион раз прокрутилась. Я вообще удивлен, как она после всего этого продолжала снимать. И как раз благодаря этому у видео есть довольно достойное продолжение. Но он продолжает снимать, прикинь. Да? Да. То есть момент краша. Так он до сих пор, что? Я не могу. А как он туда улетел? Короче, это точно страшное видео, его никому не надо показывать. Ё-моё. Да, никому не надо показывать. Такое видео в интернет мог только самый лучший друг выложить. Ну, потому что мужская дружба, она в любом случае лучше женской. И посмотрите на ногу этого чувака. Блять, у него на ноге застрял тапочек. Это как надо было пиздануться с мопеда, чтобы тапочек так насел на ногу. Как он его теперь снимать будет? Скорее всего, ему придется пиздануться в другую сторону. Я вообще, когда первый раз увидел это видео, я подумал, что это у него защита на ноге такая. В принципе, я думаю, что ему нужно второй тапок также натянуть и купить пару новых. А эти будут предохранять его голень на случай, если он еще раз без рук захочет проехать. В общем, ребят, если вы собрались прокатиться на чем-нибудь без рук, фраза «Но я не сцу» вам может не помочь. И тапочек, который оказался у этого чувака на ноге, может очутиться у вас в жопе. По всей видимости, рухнувшая камня на головы наших бедных алкашей Олимпиады очень сильно отразилась на духе их патриотизма. Им теперь приходится бухать в два раза больше и совершать еще более нелепые и бессмысленные поступки, лишь бы наши спортсмены чувствовали их поддержку. А благодаря этому мужику Синбаеву вообще должна триллион платиновых медалей получить. Блять, блять, пацаны, не знаю, что делать, пацаны. Ему пизда, не знаю, что делать. Пиздец, давно я такой нелепой хуеты не видел. Чего он хотел этим добиться? Ну, в смысле, ладно, если бы он хотел куда-то залезть. Но там же дальше потолок. Вы только проследите за его действиями. Мужик отдает свои штаны тетке, разбегается, запрыгивает на кухонные шкафчики и падает вместе с ними. Блять, столько посуды перебил. Счастье, к счастью. Хотя, может, это и было его целью. Сегодня я буду кутить. Приготовьте посуду, тарелки. Я буду все это бить. Не знаю, что делать, пацаны. Ему пизда, не знаю, что делать. Вообще мне известно, как все было на самом деле. В честь годовщины свадьбы жена купила бутылку дорогого вина, пришла домой и попросила своего мужа достать набор хрустальных бокалов, которые лежали на верхней полке специально для этого случая. Но она не знала, что муж тоже подготовился и въебал две бутылки водки, пока смотрел прыжки шестом. Ему пизда, не знаю, что делать. Вообще, народ, уясните для себя одну вещь. Если вы устраиваете у себя дома охуенную вечеринку с кучей бухла и тёлками, никогда, никогда не приглашайте туда Человека-паука. Ему пизда, не знаю, что делать. Ладно, ладно, не пьяный он, просто у него прекратила выделяться паутина. Вы все пару дней думали, что же показывала вот эта девушка. Много кто догадался, но мне понравились вот эти варианты. А вот этот вообще чемпион. А теперь правильный ответ. Я показывала Максима в женском образе. На время Олимпиады интерактива не будет, но вы все равно присылайте мне видео ответом на YouTube или вот на это мыло, то, что сами хотели бы показать. И, пожалуйста, не присылайте туда видео на обзор, присылайте именно видео на интерактив. Очень хорошо, если это будут ссылки на YouTube. И, соответственно, интерактив вернется после уже вот этой олимпийской истории. Ставьте пальцы вверх, чтобы наша сборная всех выебала, блять, нахуй! И подписывайтесь на новые видео. Это был Плюс 100500, меня зовут Максим, пока! Формами изложения я порой пытаюсь открыть для вас весьма важные и очень нужные для счастливой жизни конструкции. Ведь мне не все равно, и то, что я делаю во благо, потому что я весьма к вам неравнодушна.